Следующий товар, вот такой, обошелся ммне $3.62. Вот, шел он с Эстонии. О нет, шел он с Китая, пришло оно новой почтой. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Вот. А это такие свитчи для антенн. Можно одновременно подключать спутниковый выход и Т2. Сейчас мы покажу вам. Ну, разрежем вот так. Так. Вот он такой. Такой мультисвитч. Сплиттер называют. Ну, смотря кто как. Вот сюда подключается спутниковый сигнал, сюда подключается обычная антенна Т2 и идет выход. Это чтобы скомбинировать спутниковый сигнал и цифровой сигнал Т2. Я вот заказал такие две штучки, чтобы подключить к телевизору. Сейчас я вам покажу, как это работает. Вот, например, нарисую схему. Вот есть у нас спутниковая такая антенна. Ну, примерно так. Вот. И вот обычная эфирная антенна Т2. Вот. Берем вот эту штучку. И вот здесь десек. Вот, ну, пусть у нас Горыныч, например, да. Вот. Идет оно к десеку. И здесь выход идет на тюнер. И подключаем его вот сюда к спутниковому входу, где написано SAT. Из сеточка можно польскую антенну, можно обычную Т2 антенну. Выход подключить вот сюда, к выходу антенны. И один кабель опускаем вниз к телевизору. Вот у нас телевизор. Так рисуем в нем. Если есть в телевизор встроенный Т2, можно прямо в телевизор. И вот спутниковый SAT тюнер. Второй подключаем вот сюда. И вот выход вот этот. Идет вот сюда вход. Вот. Потом, где написано SAT, подключаем выход, делаем к тюнеру. И этот прямо в Т2 в телевизор. И здесь можно с помощью такой схемы подключить одновременно спутниковую тарелку и антенну. И вот. И внутри, сзади телевизора вот ставим вот такой тоже свитч второй. И разделяем сигнал тоже вот сюда спутник и сюда антенну. Если, например, в телевизоре нет встроенного Т2, мы подключаем, например, тоже спутниковую приставку Т2. Или можно использовать комбо. Вот, и сзади есть выходы там на Т2 и на спутник. То вот эту антенну вот так идем. Вот здесь напишем Т2, здесь спутник SAT. Вот выход SAT. Подключаем на SAT. И Т2 на Т2, и на комбо-тюнерове тоже это смотрим. Так что очень полезная, хорошая штучка. Стоит 3,62 за две штучки я отдал. Ссылку на продавца оставлю ниже.